Видео подготовлено каналом Уроки ТВ из раздела «Сравнение целых чисел. Вопросы и задания». Номер 1. Чем похожи, чем различается ряд натуральных чисел и ряд целых чисел? Натуральные числа мы записываем в том порядке, в котором они появляются при счете. Целые же числа можно расположить в ряд, но он не будет иметь ни начала, ни конца, продолжаясь по обе стороны. А в натуральном ряду есть начало, число 1, но нет конца. Возникли вопросы? Оставьте комментарии под видео.